Сегодня я открываю пони-сюрпризы. Вот такая вот коробочка. Вот такой вот вкладыш. Нам попалась, наверное, вот такая. Вот. Еще кое-что есть. Вау! Кроватка. Ух ты. Это какие-то конфеты. А здесь какая-то должна быть игрушка. Вот, там что-то надо собирать. Вау! Супер! Вот такая вот коясочка. Вот такая. Уже у меня ребеночек. Нет. Уже тут здесь сидеть. И вот здесь. Только он здесь не поместится. Вот так можно. Вот такой вот ребенок. Маленький пони. Классно. Теперь вот эту коробочку я открываю. Смотрю, что мне попадется. Я залезу в пакет. Ого, какой пакетик. Там какая-то, наверное, коясочка. О, вот это золотые конфетки. И кладец. Песок с ним сзади. Еще что-то есть. О, красная. О, вот такая вот коясочка. Вот если какая-то тяжелая коляска приедет, просто он так прыг, скок, вода прыгнула. И потом приехали. Ставь лайк и подписывайся на канал Настя. Пока-пока!